подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня, ребят, я решил попробовать, короче, Brutal Doom, короче, брутальный аддон. Короче, в него запихнуто много чего. Что-то тоже начал слово, короче, так часто употреблять. Надо сидеть дома и отращивать, короче. Ну, не забываем, ребят, ставить любой, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии под данным видео. А также вступать в наши две группы, это ПК-59 и наши 90-е. Все ссылки есть в шляпе канала. Там же так можно связаться со мной. Ну, а мы попробуем. Тут еще и мапы какие-то. Так. Ебо не стыд. Ну, ребят, эту мапу я не буду. Ибо я с Настино в нее играю. Давайте вот. Вот это вот попробуем. Так, бля. Че я тут делаю? Куда мне, бля? Так, вот мне, смотрите, пайбомбы есть, как в дюке. Какие-то штуки. Тоже вот. Еще какая-то штука. И все. То вот. Могу себе вколоть его и стать вообще обезбашенным. Воу! Воу, хо-хо-хо. Всех на части разрываем. Вообще без предела творить. О, бля. Игра сразу же мясо не дает. Я, может, как попробовал найти новые. Просто с самого начала уровня там и кибердемон был. У кибердемона. Эти. В самом первом уровне как они были, как их зовут там, оборона ада и стражники, потом просто, короче, всякие монстры, их дохера, как вот мы сейчас видим, да? Че, у меня дробовика никого нет еще? Писец, начало игры. Вот такое, ребят, начало игры. Надо перезарядить. Пустой почему-то был. Сейчас мы пойдем к ним. А ну сейчас. А, кушай лимончик, падла. Ой, нихера, это понятно. У меня еще катаны есть. Ништяк. Сейчас порежем кого-нибудь. Ничего тут разнообразит оружие. Так, блин. Кто тут портируется нахер? Ой, бля, что там внизу затворится? Сейчас запустим, ребята, приколы. Я же хотел показать. Сейчас он придет, наверное. О, подали. Знаете, еще. Там уже как-то демоны улетают. Да нахрен. Да вас тут всех с путем перебьешь. Вот я и говорил, уже барон надо. А у меня еще пушек-то нету классных. Кушай лимончик, падла. Давайте вам еще лимончик. Тебе, падла, надо лимончик принять. Вау-вау-вау-вау-вау. Сейчас штуку испробуем. А что, все сдохли? Тун-тун-тун-тун. А что такое было? А, она так взрывается. Понял? Ся-ся-ся-ся-ся-ся-ся-ся-ся. О, охренеть, я прям. Это типа как это. Так М79.
Охереть. Весело. Ну что, тут за место устроил уже. Ну, а музыка такая медишная. Типа как классики всякой. Вот, блин, классика в таком амплуа. Нихера себе, ребят. Так, там портал какой-то был, хотел сходить. Туда не выпрыгнуть? А туда, кстати. Тоже не выпрыгнуть, да? Ну ладно. А, вот, я сюда портировался, понятно. О, так, а демоны? Я сейчас тебя... Ну, штука классная, блин. Вот это вот. Что такое? Бум! Все, это просто бум. А нахрен улетел. Да, Brutal Doom без рока, но... С таким веселым прибабахом, это тоже прикольно. Ой, а что здесь стоять нельзя? А, это свечки у меня... Охренеть, что свечки меня клечат? Что, туда мне тоже нельзя? Так, у меня есть дробовик, ништяк. Классически выглядит дробовичок-то. Замес устроил. О, это что это я поднял? У меня есть какая-то пушка. Сейчас я тебя испытаю. Ой, большой кабан. Это типа это, рейлгана, который в этом, в квейке. Что-то подобие такого. В квейке втором был. А это что? Гэтлинг. Что, где? Опять портал какой-то. Броник мне не надо? Ну ладно. Что, блядь, я открылась? О, тут что, и снайперский можно стрелять как-нибудь из него. Ништяк. Блядь, это во сколько тут открылось? Ёперный театр. Сейчас мы с этим не забудем. Тут даже показывают, как пули летят. Видите, да, это? Охрененно. Охрененно, ребят. Иди нахрен. Фу. Блядь, мне со спины жрут. На, не веди. О, кстати. Это болотники, да? Как я их могу использовать? Окей. Ой. Барон, надо. Иди туда, откуда приперся. Отправляйся в ад. Как это использовать? Ой, у меня есть снайперка. Ништяк. Хедшот. Собрать все патроны надо, обязательно. Так, с патроном-то где мне там 600? Это? А где снайперка? Да, она. Снайперка где? Как я ее достал? Дайте мне снайперку. О, на восьмерку. Супер. Сколько звуков я слышу? Как-то это. Снайперка.
Опа-на. Нахрен. О, секрет нашел. Ракетница, пулемет. Уа. Блин, они меня обратно закинули. Да они меня обратно загоняют. Портал. Сожрут ведь нахер. Ой, блядь. Дайте мне выбросить. Смотрите, смотрите, какой горячий бегает. Охрененно сделан дом. Вот это да. Четко. Прикольно. Ух ты. Fuck yourself! Трахни себя. Ребят. То, что мне эта дума вообще очень нравится. О-о-о. Очень-то нравится, но что-то это... Тут система выживания прям вообще зашкаливает. Уровни удлинены. Добавлены новые места. Ой, я прям взяты. Да куда бежать, ты даже не знаешь. Кушайте. Лимончик. На тебе, снайперка. Трындец весело. Это трындец вообще, да, ребят. Че, где открылось? А, вон че. Че, пока никого нету. Че еще где? А, портал. Да мне нельзя. Отсюда приперся. Да. Пойдемте сюда. На нахуй. Снайперка это классная вещь. Быстро убивает сигнал-то. Еще вот. А, у меня еще вот это, да. Другая снайперка. Мне пушка-то интересна. Сколько возможностей там? Чё, блядь? Сейчас мы тебе... О, у меня же... О, да тут ракетница сделана как это, как в первом рейзе. Болванка-мёд, как я называл ее. Готов, красавец? Ну вот мы прошли один уровень. Еще где-то 7 минут не прикончил. 7%. Вот этот мало нашел. Интересное начало. Музычка еще такая. Я пока в двери не пойду, просто оббегу все, посмотрю, что тут вообще. Локация, как понимаю, не маленькая. Там будет много замесов, чувствую я. Ничего не открывается, да? Там кто-нибудь есть? О, сука, я вижу тебя. Только я попасть я не могу. А мы сейчас... Да. Не, вот с этой пушкой хочу походить. Во. Ништячная пушка. Идите ко мне.
такое новое Brutal Doom я нашел. Более веселый, более, больше много-много мяса. О, блядь. Осторожней. Другой Doom есть тоже. Короче, вообще сборка всех Doom'ов. Кто захочет поиграть, ребят, могу дать эту сборочку. Вообще охереть. Тут вообще Doom'ов прям гора. Помню эту бочку. Как взрывается красиво. О, да тут еще и какой-то проход открылся. Нет, не открылся. А, проход какой-то открылся. Нет, тут еще. Откидывайся на меня. Ой, это что такое зеленое выпало? Интересно. Так. Ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ёшеньки-ё-ё. Нихуя себе моё. О! Так, ты чё ещё? На тебе, смотри. На тебе. Всё убил. Запинал. Там в локации кто-то есть. Видали, вон. Там бычара в локации, походу. О. Нет, там что-то другое. Непонятно, что, но что-то там есть. Что меня настораживает, что тут... Что откроется и трынет. Там кабан вот красный вижу, и что-то черное. И выпущу какую-то нечисть там. Когда только выпущу. Тырдык. Ну давайте бочку бабахнем. Сука, не взрываешься. Она не хочет взрываться, эта бочка. Хелсов-то как у меня много. И броника. Ух ты! Тут еще хелсов нужно много собирать. Так, значит, столько. Прикольно, мне хелсы добавляются. А это-то как юзать все? Да не. Как вот это-то использовать? О. Я выпустил какую-то штуку. О. А это я просто их выкидываю. А как же мне их брать? Чтоб они делали что-то. Ничего непонятно. А это и с экраном понятно. Так, это карта, окей. Короче, ладно, я ничего не понимаю пока. Чё, бля, кто где? А, это тут я гранатку закинул, помню. Ну, кишки наружу. Желтая дверка у меня нет, пока желтого ключа. Хм.
кофе дайте купить. Окей. Вот там разборка у них. Ну, красная печка. Иди сюда. Мой милый, блядь. О, блядь. Дай мне свое сердце. Просто этому удару сделал. Да. Чем мы здесь? Это демон. О, хочу тебя еще поднять, это он. Я сейчас вас всех нахрен. Всех уделаю. У меня хелса хватает. Тут интереснее уже играть. Не кончается. Что он там делает? Я не вижу. Что, последний остался? Ну, иди сюда. Хо-хо-хо-хо. Вот это, ребят, мы повеселились. За месяц был. Кто где там мурлыкает еще? Большой ух. Так, где? Кто там что пытался резануть? Сейчас мы покажем, как резать-то надо. Катана это. На нахрен тебя. На части так порубил. Угу. Веселая вообще игра. Веселые ребята. Че, блять, опять елки. А где, какую дверь ты мне туда идти? Так, тут нихера нету. Я придурок с катаной, куда мне идти? О, наверное, сюда. О, блядь, сейчас я нахуй. Убью, блядь. Он еще и пиздит. Не дай ему просто не... мало катаны убивать. Да-да-да. Жесть. А, блядь, жесть. Там еще кто-то портируется. Да, веселуха тут нехилая. Замес прям вообще. Ой, там кого-то вижу. Да где-то мы. Хорошо, штучка. Чпок, на, только. Никогда не думал, что в Думе будут снайперки. А там какая-то штука ездит. О, надо сейвиться, ребят, да. Давайте как-нибудь запишемся. О, неф. Все, я сохранюсь как неф. Тут русскими буквами. Ну ладно. Так, блин. Какой-то портал был. Так, что у нас тут?
Нет! Так и не распущен, нет. Сейчас посмотрите, как, что такое внизу. Ничего, просто. Просто эти штуки катают. Понятно. То что? О, там секретик. О, большой кабанище. Рогатый такой кабанище. Ха-ха. Я тебе сейчас. Сейчас тебе больно там будет. Что, не будет? О, бля. Тут что, монстры всяких новых выдумывали. Тоже прикольно. Секрет нашли. Ништяк. И тут портируется. Так, блядь. Кто где, сука? Выходи. Ща на люляшу. Никто не захотел выходить. О, она. Вот так вот. Типа я все обошел, да? Кто-то еще где-то хрюкает, мурлыкает. Уровень-то длинный. Ребята, веселая игруха, вообще веселая, огонь прям. Стражник ушел, сказал. Еще что-то приперся. Ох, бля, сейчас как я из этой пушки-то пошмаляю. Классная пушка. Бластер этот. Так, открывайте мне дверки. Еще один секрет. Надо, секрет еще звучится. Тун-ты-ды-дын. Прикольно, прикольно. Эй, выпустите меня. Уши лимончик, падла. Я гранат его прибил еще. Когда в него кинул, когда кинул. Уйди от меня, придурок, бегущий. Еще много даже гранат обычных-то. Что-то я их не использую, да? Мне файбом хватает, да? Кушай файбом. Файбом сна. Ты что, выжил, что ли? Я ему гранату снизу. Ногу поломал. Головы полезли, блин. Знаете, вот такую штуку. Че, не рвешься, что ли? Пай! Как бы мне на нее не нарваться. Она меня не убьет? Нет? Ну, прикольно. Кошки за мной. Кошки. Хватит разбираться между друг другом. Нашли тут место встречи, тусовки все. Разбираются друг с другом. Как же я? Как же я? О, бля. И тут бластер. Еще секрет нашел. Супер. Так, у меня есть бластер. Бластер там какой кнопка. О, там на шестерку что-то теперь. Ну ладно. Эксит. О! Привет! Вороны. Бароним всех. Теперь можно пластырь забрать.
Что, перезаряжен? Перезаряжен. О, вперед! Так, что я тут был, да? А что тут было, походу, дело, да? Тут круги наматываю. Интересный уровень, слушайте. А вот это мне место уже напрягает. Надо бы сохраниться. Туда забежать надо. Так вот эти штуки просто такие, я не помню. Ну и эти кнопки не используют. Окей. Ну, попроходим так пока. Иди сюда. Че, не умерла, что ли? Умерла. Так, синий ключ. А? Это как этот, аккумулятор какой-то лежит. Патроны для этой-то. Для бластера. Что это, портируется? А, понятно где. Так, ребят, подождем. Ща-ща мы вам дадим веселье. Кушайте лимончик, падла. Ну, там еще и этот был. Барон опять. Вон еще один. Рогатое чудовище. Я просто сейчас гранатнику закидаю. Даже до меня долетает уже. Мои же взрывы. Там все стонут. На тебе гранатки. Походу дела там почти всех перегрохнул. Ништяк, сходил я. Фу, сходил. Покидал гранатки. Веселый дум, веселый. Так, нахер. Фу. Кул. Ощущение, что еще где-то ползут эти твари. Здесь ничего нету. Прям синий верх наш. Твою меч, что я тут наделал. Ребята. Что же я тут наделал? Еще одна синяя дверка. Так, понятно, мы сейчас ее откроем. Там засада, по-любому.
Здесь-то не вылез, не стоит. А если им кинуть вот так вот? Опа, вылез. Здрасте. Идите сюда. Ты почему не нарвался? О, другой нарвался. Да, ребят, спойлернул, мы тут с Настином пробовали тоже эту игру, но другую часть, первый вот уровень. Там угарно чужой вылазил. Не поверите, чужого валить — это вообще жопа. Он шустрый, лазит везде. Отсюда. Тут они взялись-то. Вы меня достали. Сюда я ходил? Нет, сюда я, по-моему, не ходил. Сотал сюда. Сколько же у вас тут таких красавцев молодых? Юные таланты, блядь. Сейчас будет бдыщ, да. Как на стену вот любит. Бум. Бум-бум, мега-бум. Чего мне двустволку не дают? Чё двустволочку? Я всех убил. А там большой кабан бегает, понял. Он заперти тут. В локации замуровался. Ладно, давайте поможем ему умереть. Подбросывай тебя. Не, ну понятно, тут я не могу его убить. Ну что поделать, ладно. Пусть живет. Дадим ему жизнь. Так, кстати, туда, блядь, ушел. Загнали, я хотел вот туда сходить. Вау. О, секрет нашел. Аккумуляторы. На зло никого нету, да? Чтобы не использовать хоть один аккумулятор. Вообще как-то пробраться. Ой! Тут только костюм был, да? Вот же я! Тоже знал, да? Давай. Только вылазим за вас опять. Третий куш не зажал. Блять. О, бля. Всех убью, бля. Один останусь. Надо базуку перезарядить, о. Шиндец, странец. Где-то открывается, я слышу. Не могу понять где. Звук я слышу, открывающихся дверей. Но не вижу где. Слышу звон, но не знаю где он. Слышали, да? Непонятно. Ну ладно, пойдемте уже в синюю дверь. Ох, нет, как-то демоны встречают. Так, я взял красный ключик. Окей.
Нахрен вас. Че, никто не нарвется сейчас? О! Как так думаю, никто не нарывается. Закончилась эта пушка? Да. Че, по два патрона, что ли? Это не есть гуд. А, это очень двигается, понятно. Поджарили еще одного барона из ада, адского барона. Сейчас вот красная дверь. Чё, сука, на нас не попал. А в желтую-то я не ходил. И... Чего значит, что в желтой еще двери? Я же любопытный. У них разборки. Он сожрал его. Ах, все, мне это закончилось, пушка. Да, блин, гребаная башка. Сюда хуй попадал. Еще тут нарисовал. Где желтая там дверь-то была? Что-то вспомнить не могу, где она. Нахер, нахер, нахер. В мясо. Так, а, желтая где-то здесь была, точно. Так, вот она. О, бля. Опять мясо, да? О, блин, ну что-то вас так много. У меня гранаты кончились. Это уже печально. Ну, по бомбе есть хоть. Кабанул, блядь. Это что за охота у меня тут? Охота на кабанчиков, блядь. Там ракетница висит. И это я из-за ракетницы рисковал? Хе-хе. На бог из ракетницы и шашмаливать всех. Идем уже в эксит тогда. Под конец таким тут что-то было.
Что, где-то 4% еще где-то просрал. Ладно, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRight387. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляем ваши комментарии по данным видео. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock!